Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня играем в Skyblock. Сегодня у нас, посмотрите, какая карта. Мы с вами находимся на карте песчаной какой-то такой, смотрите, видите? Так, что у нас есть? Так. Пшеница. Так, потише сделать немножечко. Так, пшеничка, семена. Ну, короче, понятно. У нас дерева нету. Так. Давайте наберем дерево. Опа. Подожди, что это было? Подожди, сейчас. О! А я что-то сразу не понял. Оно что-то... У меня нету самого... Не ломалось. Так. Значит, получается, нам нужно инструменты взять. Так. Давайте, ну ладно, пусть растет. Упало, да, все нафиг. Ну ладно. Не знаю, зачем нам нужен кактус. Пока пусть здесь побудет. Нам нужно сразу сделать, естественно, верстак. Верстачок мы поставим, давайте сюда. Так, а также нам нужны палочки. И, естественно, мы возьмем, сделаем наши первые орудия труда. Так. Вот так, хорошо. А, подожди, еще топор сделаем. Так, сделаем топорчик. Как же нам без топора? Так. Так, и так. Есть топор, получили. Ну, еще бы кирку бы сделал, но пока не хватает у нас на кирку. Так, посмотрим, что у нас здесь, песок, да? Так, собираем песочек. Так, а у нас есть... так, да, ведро. У нас есть ведро. Так, одно ведерко мы берем. Так, сейчас мы его сюда нальем. Он, нет, сделаем вот так. Сейчас мы сюда лаву вылим. Есть. Так, водичку берем. Так, это что у нас тут все нормально? Так, значит, сейчас мы сделаем генератор. Генератор булыжника. Угу. Так, ну сначала мы уберем вот здесь немножко это дерево. Так. Есть. Так, водичку мы будем лить, знаешь как, вот так, сюда, сюда, теперь мы здесь сейчас сделаем вот так, и наливаем воду сюда, есть, так, проверяем, как работает у нас, есть, все прекрасно работает. Так, теперь мне нужно будет булыжника немножко добыть. Есть. Так. Вот. Еще берем. Хорошо. Я хочу сейчас это все закрыть аккуратненько. Так. А. Так, куда? Ну, а, он туда сливается, все нормально. Так. Так, соберем сейчас немножко. Так, полублоки я хочу, я закрыть это все хочу полублоками. Так. Так, вот у нас булыжная плита. Сколько у нас? 6 штук. В принципе, достаточно. И сделаем сейчас мы кирку. Угу, железную. Отлично. Так, главное это все полублоками мы сейчас закроем. Вот так вот. Здесь тоже можно... А, что я сделал? Нечаянно. Это было сделано нечаянно, не специально. Так. Вот так наливаем. Вот так. И вот так. А здесь делаем... Вот такую штуку. Вот здесь я буду стоять и брать булыжник.
Тихо, 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 куда ты прыгаешь? Есть? Так, все, собираем лыжник, хорошо. Так, что мы собрали там булыжника? Сколько у нас сейчас булыжника? 8. Так. Давай ко мне. А. Есть. Видишь, он отлетает, булыжник. Так. О, все, пропал, да? Ё-моё. О, отлично, хорошо. Иди ко мне, папик, папик. А. О. Так, 14. 15 булыжников. Есть. Ну, пока хватит. Пока хватит. Мне нужно будет сейчас с этим булыжником. Сейчас я немножечко куда. Знаешь, что я сделаю сейчас? Будем расширяться. Я думаю, мы вот здесь сюда сейчас пойдем. Опа! Что это собрал я такое? Ух, саженец, саженец. Это вот. Очень хорошо. Саженец мне выпал. Так, ну что ж, давай здесь вот так вот сейчас будем строить. Так. Хорошо. Главное не упасть. Так. А, нет, повыше. Так. Окончился булыжник у нас, так, ну хорошо. Это что у нас такое, земля или что? А, красный песок, на красном песку. Интересно, я не помню, растет дерево, нет? Сейчас проверим. А! Да ё-моё! Фух! Так, давай уберем отсюда этот кактус. Так, попробуем посадить. Саженец будет расти у нас? Не, не, без толку. Блин, нам нужна земля все-таки. Хорошо, а где у нас земля? У нас земли-то нету. Так, ладно, давай прячем все сюда. Вот сюда это барахло все. Так, у нас нету ни одного блока земли. Так, сейчас, ладно, копнем немножечко. Сейчас поищем землю. Ну, я думаю, она должна быть. Хотя бы один блок земли-то, ё-моё. Так. Хотя бы один блок земли. Должен же быть у нас, правильно? Хотя бы один блок земли. Так. Будет очень печально, конечно, если вообще земли не будет. А как тогда? Извините, как тогда мне выживать, если я не смогу посадить дерево. Так, собираем. Сейчас посмотрим. Так, там уже все. Получается. В смысле? Подожди. Офигеть. Это все конец нашего острова, что ли? И где, извините мне, что, земли вообще нету, что ли? Так, ладно, посмотрим сейчас. Как так вообще земли нету? А как же мне деревья высаживать? Так, сейчас посмотрим, подожди. Так, зараза. Так. Подожди, может быть, здесь под деревом он спрятан? Ну, смотри, дерево же на чем-то растет, правильно? Земля должна быть. Нет, на песку. Как дерево может на песке расти? Так, собираем это все, канитель. Подожди, у меня здесь как бы деньги должны быть, правильно? Так, это все выбираем отсюда. О, куда упало? Так.
У меня тут что-то должно быть. Подожди. Тут ничего интересного нету. Ну, давайте продолжим копать. Так, колючка. Так, это все собираем. Так, где у нас сундук? Сундук. Так, давайте здесь это все уберем немножечко, так, не песком, а вот песчаником. Красиво сделаем, сейчас заставим это все. Так, а где у нас... А вот сундучок. Так, а что же у меня здесь есть? А тут у меня почему-то ничего нету. Ну, земли нету. Интересно. Интересно, как так? Там вообще нету земли, да? Нету. Так, на песчанике вообще ни на красном, ни на желтом ничего не будет расти. Правильно? Правильно. Ё-моё. Так я и думал. Так. Так, ну сделаем по-другому немножко. Мы сейчас выйдем здесь сюда. Так. Немножечко здесь расширим сейчас. У нас блоков достаточно, в принципе. И мы сейчас сдалека посмотрим. Сдалека, что у нас там есть. У нас весь остров состоит из песка. Ладно. Так, назад. Ну да, вообще у нас нету здесь земли. Интересно, как так? Смотри, нигде нету земли. Так, главное не упасть. У нас здесь нигде нету земли. Так, ладно. Я помню, у нас где... А, нет, подожди. Давай эти плиты положим. В принципе, горят медленно. Так, Skyblock. Ну, интересно, земли нету совершенно. Ладно, сейчас подрубим немножко дерева. Оно же должно на земле стоять, правильно? Нет, оно на песке стоит. Так. Сейчас соберем туда наше дерево. Так. А у нас. А где у нас ведерко? Давай лаву эту соберем. Так, все, сейчас сюда уберем. Так. У нас есть стекло. У нас в этом, у нас тут все есть, кроме, блин, так, стекло сейчас сюда поставим. Блин, у нас нету этого земли. Как так земли нету? Так, ладно, давай соберем немножко. Ну и где? Ладно, странная карта, я здесь что-то не хочу выживать, по правде. То, что здесь нет земли. А как нам садить деревья? На что? На что? Может, оно на дерево сядет? Нет.
На что нам посадить наше дерево? Я не представляю. На что нам дерево садить, если у нас земли нет? У нее нету земли, видишь? Все, я еще здесь умираю. Отлично. Ну ладно.